там рейд был у Войда вчера. Я такой... Угадай, вчера... сколько у меня мастерства. Давайте, что там, патруль бьем. 20 есть, нет? 56, блядь. А нахуя тебе столько? А нахуя тебе столько? Это сказал по-любому какой-то нуб, который никогда не играл за танков, протовары или мишку. Я никогда не играл на протоваре и мишке. Ну вот я так и сказал, если что. Нахуя тебе столько в натуре? Не, это... Это сибирский это парень, я обожаю паладин. Идеальный кап мастерства для танка. Охуенно. Ну, я понимаю, это идеальный, но, блядь... Понимаешь, ты боишься по-любому парихасты, да, Войд? Поэтому писешь. Нет, парихасты — это сказки для дурачков. Парихасты не существует на самом деле. Есть такое понятие ТПС, знаешь, что это такое? От английского threat, угроза, threat, угроза, получается ТПС, threat, per second. ТПС. Как ТПС, как ДПС, то же самое, только ТПС. Да-да, я понимаю, трипер per second. Трипер per second, то есть сколько трипера на боссе ты набираешь за секунду. Вот, если ты много трипера... Трит, да. Ну да, базарный ТПС растет, но это важно, жертвуя стаминой. Ладно, я держи в курсе. Стамина, блядь, ты чё? Пизду, блядь. Я 58к хп, блядь, о чём? Это танк... Это мешок с говном, извиняюсь. Вот, давай, посмотри, 80к, смотри сейчас. Да. Это ещё банка не... Чё ты там, блядь? Ещё крика нахуй. Это мешок с говном, извиняюсь. Блядь, потому, мешок, что... на. Так, этого достаточно. Давай посмотрим. Дискорд 22 тела. Ну, давай напишем просто в рейд такое объявление. А то некоторые дурачки, конечно, собирают кап мастерства, типа что, не знаю, в пари не уходить, в пари хас не ловить. Я, короче, МП5 забафал. Дядя, ты... Ну, за БДК ты будешь всегда попадать, имей... Представь, что ты будешь иметь Т4. Соглы? Ну, 4... 4 Т4, и там же вроде рунический удар можно тоже использовать всегда. Дело не в руническом ударе даже. Удар чумы может парировать или удар смерти. Ну, значит, у тебя просто сила рун нету, милочка. Чё тут сила рун, лол? У тебя написано парировать. У тебя рунический удар прокает от Т4, когда у тебя есть руны. Добро? Да неужели? Зангетсу, читай правильно.
приехал. Мы не будем рабами. Блять, сова, сука! Да закрой, не ори, блять, ты в ебенях лежал. Внимание, у меня мана кончает. Ладно, я...
Да пуляй, блядь, просишь босс будет. Как локун. Там локун. Нет. Сука. Запизделся, блядь. Думал, ща постою, хпс накручу, хуй там, блядь. Как тебя вообще выглядит? А я думал, что ты под ебло-то, сука, встал. А ты хпс набиваешь. А, ну можно по себе каску и все. Ебаный насос, Жора, где ты был? На днях мы решили сломать Жоре палец. Сука. Застрахуй братуху. Лапу дай, пожалуйста, застраховщик. Давай. Все, дали. Сентябрь горит. Олина попа, Олина попа. Купил боксерские перчатки, спиздили в школе. Нашел, пиздец был. Дай писали. Инсолд. Че ты этот, что ли? Ну я ступай. Может Гера у нас ДПС слабенький.
Да, я не хочу. Ну я же не сдох. Ну вот, мне же повезло, видишь. Это было бы особенностью класса, если бы можно было это использовать без мага. Это баги во всем. О, циркл, молодец. Тируса, говорит. Так я уже заработал. Я тебе с самого начала дал. Но тебе тебе первый тухлый дал. Потом... Да, там разница, смотри. На тебе висит антифир. Вот я пошел этот кефирчик себе налью.
Нет. Была рыба на первом драконе. Моса пришел. Так, я уже принял чек. Да у него пофикс. Попрошу приста баф на стамину и дух. Приста баф, короче. Рэндж пула пофиксили, можно теперь нормально пулять. Еще раз, кто первый танчит? Ну, танк до перехода во тьму. Прыгает и все. Угу. Ты пуляй сбоку с маунта, как обычно. Ну ладно. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Поставьте тотемы в звезду. Надо инстаграм постоянно багается после вайпов. Поставь тотемы, леди Дэнс. Чё ты бегаешь, бля, со мной? У моего пропало больше. Вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Дали звезду на другую сторону, перебеги. Джа-джа, вышли. Я же там. Не выносит. Да, а у нас приз в рейде стоит с меткой. А зачем, блядь, покрутить в сторону? Кто сказал, там где вы стояли? Так я жив остался. Пес нахуй. Я последний сдох. Там Моса пришел, если что. Понял. За меня его сейчас на.
А чё ты так обиделся, что ли? Левой тупо душит. Давайте без этой Санта-Барбары быстрее выбирай. Да, он пишет. Да, Мосс, да. Тоже. Рыбу кушаем. Так он в РК сказал, блять, типа, идите ко мне. Да не спец, блядь. Обиделся. Я.
Нет, я еще не поднимал, поднимать? Там, да. Машорок вынес. Тёр. Побежали. Да закройся уже, пожалуйста. Ты, блядь, разворачиваешь босса, сука, блядь. Ты смотри за кружочками, не, блядь. Сидишь, блядь, нихуя не анонсишь, блядь, что пиздишь что-то на людей, блядь. Топовый, топовый, блядь. Да это он из таких, кто, что все должны сами для себя делать, а я сюда пришел и... Свету на себя подвинь, пожалуйста. Сказал, что-то. Давайте тише все. Молчи уже, на. Даже 10% тапки. А кто-то еще робит? Ну, я не хочу. Блять, я не хочу лутать ГП, потому что надо капту нихуя не забить. Ну, я вчера триню за ГП брал, 258 нормально. Я им не мейню. Что там, сове плюс 5 будет? Мне их нету.
Они в боссе лежат. Ты их никому не отдал. Весь шмот лежит в боссе. Все в боссе. Бери лучше, блять, пропадет, нах. Ну, труп со шмотками не должен пропадать. Ну, давай. Я тут бахнулся, я ее и за один бы не взял. Умер на лезвие. Это получается сова. Моса. Смотри, да. Моса. Ну, ты мне плюс 5 обещал, того у меня 96 получается. А кто тут умылся вообще? Сервак, да, упал. Вижу. Вот это заебись. За рофлы, как говорится. Пропал нахуй, да? Молитесь, чтобы не откатило. Ебать, я тоже думал, что я когда прилечу на птице,